Всем приветики, я сейчас играю в игру Mad Max, ну вернее прохожу игру Mad Max и решил вот записать ролик, показать вам, какая здесь красивая графика в игре, потому что на трансляциях ее не так хорошо видно, эту графику она, ну на трансляциях качество намного ниже, чем в роликах, и соответственно вы не сможете увидеть ту красивую картинку, которая на самом деле в игре. Есть такие красивые облака. Такое небо красивое. Здесь очень красиво. Я не знаю, влияет ли то, что сейчас ночь, на то, что в игре ночь. Но днем все выглядит еще красивее. Приятная графика, на самом деле, и в игру играть приятно. На самом деле игра очень классная, мне она нравится. Хотелось бы еще показать день, но я не знаю, получится ли. Так, сейчас я телепортируюсь. Эта карта, она здесь просто огромная. Здесь уже много чего открыто. Сейчас мы телепортируемся в локацию, в наш лагерь. Крепость. Ее, кстати, тоже прокачивал. Раньше здесь было не так хорошо, как сейчас. Даже в крепости у машины горят фары ночью. Наверное, да, если... Ну, вряд ли ночь связана с реальной ночью. Скорее всего, просто к запалу. Игра интересна тем, что здесь открытый мир. Тем, что здесь есть возможность прокачивать персонажа, машину. Захватывать... и очищать от врагов территории. Есть большой арсенал оружия. У машины можно стрелять с дробовика, сжечь огнем противников, которые осмелились подойти к машине, стрелять из такой ракетницы или гарпуном захватывать кого-то. В общем, игрушка довольно таки интересная, взгляд от первого лица есть. Но прокачивание происходит машины в меню. Можно осмотреть машину, можно какие-то определенные параметры прокачать также и своего героя. Можно прокачать. Ого, я даже не знал, что он без майки может бегать. Оказывается, может. Изначально мы были в майке, и я даже не знал, что он может быть без нее.
В общем, в игру играть приятно. Хотя бы просто потому, что в ней шикарная графика. Хотя игра сейчас на дворе 2020 год, игра 2015 года, но графика в ней очень приятная. Чего только стоит это небо. Оно шикарно. Очень даже приятная графика. Жаль, только не получается показать день. Днем здесь тоже красиво. Я могу попробовать куда-то телепортироваться. И после этого сохраниться. Может быть, это поможет перейти со дня, а с ночи на день. В данный момент мы телепортировались. И попробуем разрушить крепость, в которой сидит снайпер. После чего телепортируемся в сохраненный в нашу крепость дружественную. Ну, все вы уже видели, а вот гарпун не видели. Вот он, гарпун. Мы зацепили гарпуном вышку и сейчас машиной потянем. Все, мы сломали вышку, понизили уровень угрозы. Теперь снайпер не будет стрелять по проезжающим мимо машинам. Теперь можно телепортироваться обратно. Обратно в нашу крепость и посмотреть, настанет ли день. Нет, судя по всему, ночь. Хорошо, если сохраниться. И выйти в меню, а потом обратно зайти. Нет, не помогает. Ну, наверное, это связано. Видимо, да, игра смотрит, в реале у тебя день или ночь. Если в реале день, то и в игре день. Если в реале ночь, то и в игре ночь. Ну, красивенько. Довольно-таки красивенько. С нами ездит всегда наш механик. Когда-то мы его встретили, и теперь он всегда с нами. Он обожает тачки. И если наша машина ломается, он всегда готов ее починить. Здесь еще шикарные драки. Приятно воевать с противниками, потому что драки здесь очень классные. Еще с таким замедлением они происходят. И, ну, как в игре Assassin's Creed, ты можешь практически постоянно
контрудары наносить и парировать удар врагов. То есть если успевать все делать правильно, то никто даже тебя ударить не сможет. И в этот момент ты прямо ощущаешь, насколько ты крутой. В общем, игрушка очень классная. Самое приятное в ней — это открытый мир. Можешь ехать куда хочешь, делать что хочешь. Ну и графика, конечно же, графика. Без графики игра не была бы такой приятной. Ну что ж, а на этом, пожалуй, все. Всем покедово. Надеюсь, игрушка вам, просмотр данного ролика вам так же понравился, как и мне понравилось играть в эту игру. Пока!